В областном филиале партии «Нур Отан» состоялась внеочередная 25-я конференция, в ходе которой была рассмотрена работа, проводимая по реализации таких проектов, как «Помощь населению», «Счастливая семья», «Аул Колыбель страны» и «Кутымекен», озвученных на 18-м съезде партии «Нур Отан». Все они направлены на улучшение благосостояния страны. С докладом по одному из вопросов повестки дня выступил первый заместитель председателя областного филиала партии Ирканат Манжуов. К примеру, проект «Счастливая семья» направлен на снижение числа малообеспеченных семей и нуждающихся в жилье. А цель проекта «Аул Колыбель страны» – развитие предпринимательства на селе. В его рамках планируется активное вовлечение сельской молодежи. В соответствии с этим проектом 2000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет пройдут производственную практику. Все это даст толчок к развитию предпринимательства. На эти цели из республиканского бюджета выделены необходимые средства. Активно реализуются и другие проекты. В рамках проекта «Помощь населению» в области уже начата работа. На сегодняшний день поступило 550 обращений, из них 183 или 33% решены положительно. Остальным заявителям были даны разъяснения согласно действующего законодательства Республики Казахстан. Еще один партийный проект «Коттамекен». Основная цель – развитие инфраструктуры на социальных объектах и контроль за освоением бюджетных средств. В частности, это касается реализации государственных программ «Нурлажол» и «Нурлажер», на которые в этом году предусмотрены финансовые средства в размере 1,5 миллиардов тенге. Соответствующие работы по данному проекту были представлены главе региона. В завершении были избраны делегаты на 29-й внеочередной съезд партии «Нур Отан», который состоится 23 апреля. Кулеш Мурзакова, Димаш Абдрахманов, 77 News.